Живое выступление 1992 года. В Madison Square Garden Джордж Карлин с программой «Зависая в Нью-Йорке». Спасибо, спасибо. Большое спасибо, я это ценю. Большое спасибо. Большое спасибо, я это ценю. Ну, много чего произошло с тех пор, как мы последний раз с вами виделись. Хочу немного поговорить об этой войне в Персидском заливе. Большие свершения в Персидском заливе. Знаете, моя любимая особенность этой войны? Это первая война, которая когда-либо у нас была, которую показывали по каждому каналу плюс кабельная. И война заработала неплохой рейтинг, так ведь? Получила хороший рейтинг. Но мы любим войну. Мы любим войну, мы войнолюбивые люди. Нам нравится война, потому что мы хороши в ней. А знаете, почему мы хороши? Потому что у нас было много практики. Этой стране всего лишь 200 лет, а у нас уже было 10 основательных войн. В среднем большая война у нас была каждые 20 лет. Так что мы хороши в этом. И это хорошее в нас. Больше мы ни в чем так не хороши. Не можем сделать хорошую, достойную машину, не можем сделать телевизор, видик или еще что-нибудь, блядь, стоящее. У нас не осталось металлургической индустрии, не можем сделать здравоохранение для наших стариков, не можем дать образование нашей молодежи, мы можем разбомбить нахер вашу страну, окей? Мы можем разбомбить нахер вашу страну, поняли? Особенно, если в вашей стране полно коричневых людей. О, нам это нравится, так ведь? Это наше хобби. Это наша новая работа в мире — бомбить коричневых людей. Ирак, Панама, Гренада, Ливия — у вас есть коричневые люди в стране? Скажите им, пусть нахуй щемятся! Или мы их разбомбим хуям? Кого из белых людей, которых вы можете вспомнить, мы бомбили последний раз? Можете ли вы вообще вспомнить хоть кого-то из белых людей, которых мы бомбили? Немцы! Немцы были единственными. Единственной причиной для этого было то, что они нам мешали. Они хотели править миром! Херня! Это наша ебучая работа! Это наша ебучая работа! Так вот, мы бомбим коричневых людей. Не потому, что они нам мешают. Просто потому, что они коричневые. Ну теперь вы, возможно, заметили, я не думаю об этой войне так, как нам сказали думать. Мы должны были бы думать об этой войне так, как нам приказало и проинструктировало правительство Соединенных Штатов. Видите ли, мой разум не так работает. У меня есть реально идиотская фигня, которой я пользуюсь, называется мышление. И я на самом деле не хороший американец, потому что мне нравится составлять свое собственное мнение. Я не перекатываюсь, когда мне говорят перекатываться. Грустно говорить, но большинство американцев просто перекатываются по команде. Но не я. Но не я. У меня есть определенные правила, по которым я живу. Первое правило — я не верю ничему, что говорит правительство. Ничему. Ноль. И к тому же я не очень серьезно воспринимаю медиа или прессу в этой стране, которые в случае войны в Персидском заливе были просто работниками Департамента обороны, которым не выплатили жалования, и которые большую часть времени функционировали как неофициальное агентство по связям с общественностью для правительства Соединенных Штатов. Так что не слушайте их. Я не очень-то верю в свою страну. И должен вам сказать, народ, у меня не подкатывает ком к горлу насчет желтых лент и американских флагов. Я рассматриваю их как символы, и оставляю эти символы для символично мыслящих. Для меня война — это не более, чем размахивание болтами. Ладно, война — это просто множество мужчин, стоящих в поле, трясущих хуями друг перед другом. Все просто. Вот что это все такое. Мужчины так обеспокоены размерами хуев, что им приходится ради этого идти на войну. Вот о чем вся эта ебучая в жопу хуетень. Вот что происходит с этими юными мачо-мужланами-позерами и барыгами в барах, раздевалках. Это называется хуефобия.
Мужчины в ужасе от неадекватности их причиндалов, так что им приходится состязаться, чтобы почувствовать себя лучше. И поэтому на самом деле война — это состязание, в котором мужчины на самом деле убивают друг друга, чтобы повысить самоуважение. Вам не нужно быть светилом истории или политиком, чтобы понять теорию политики страха большего хуя. Звучит именно так. Что? У них хуй больше? Бомбите их! И, конечно же, бомбы, ракеты и пули — все в форме хуя. Это подсознательная потребность совать пенис в дела других людей. А это называется ебаться с людьми. Так вот, поскольку я обеспокоен тем, что вся эта фигня с Персидским заливом не больше, чем большое размахивание причиндалами, хуемахач. В этом случае Саддам Хусейн бросил вызов и подставил под вопрос размер хуя Джорджа Буша. А Джорджа Буша так долго называли тряпкой. Тряпка рифмуется с мягкий. Джорджа так долго называли тряпкой, что ему пришлось выразить свои возмужалые фантазии, послав детей других людей на смерть. Даже имя Буш связано с гениталиями, не являясь гениталиями. Буш — это вид вторичных половых признаков. Так вот, если бы этого чувака звали Джордж Болнер... Но, возможно, он бы чувствовал себя немного лучше, у нас не было никаких проблем изначально. У всей страны мужские проблемы. Большие мужские проблемы в США. Об этом можно судить по языку, который мы используем. Язык всегда все объясняет. Что мы делали не так во Вьетнаме? Мы выводили. Не очень-то по-мужски, так? Когда ты ебешь людей, ты должен останавливаться там и выебать их хорошо. Выебать их окончательно, ебать их до конца, заебать их до смерти. Оставайся там, еби их всех, пока не передохнут. Мы оставили в живых несколько женщин и детей во Вьетнаме, и с тех пор не очень хорошо себя чувствуем по этому поводу. Вот почему Джорджу Бушу пришлось сказать в Персидском заливе: «Это не будет очередным Вьетнамом». Он действительно использовал эти слова: «В этот раз мы идем до конца». Представьте американского президента, использующего сексуальный сленг 13-летнего, чтобы описать его внешнюю политику. Если вы хотите знать, что случилось в Персидском заливе, просто вспомните имена двух мужчин, которые управляли этой войной. Дик Чейни и Колин Пауэлл. Кого-то выебали в жопу. Спасибо. Ну а теперь я хотел бы поговорить о некоторых вещах, которые нас объединяют, ладно? Вещи, которые подчеркивают наше сходство вместо различий, о чем нам постоянно впаривают в этой стране, о наших различиях. Это все, о чем они говорят, политики и медиа, постоянно давят на вещи, которые разделяют нас, вещи, которые делают нас разными. Это способ, которым правящий класс управляет в любом сообществе. Они разделяют остальных людей, заставляя низшие и средние классы драться между собой, чтобы они, богатые, смогли сбежать со всеми ебаными деньгами. Весьма простая вещь. И, похоже, работает. Все, что угодно разное в нас, это то, на что они давят. Расовые различия, религиозные, этнические, национальные, работа, доход, образование, социальный статус, сексуальность, что угодно, чтобы они могли заставить вас бороться друг против друга, они продолжали ходить в банк. Знаете, как я опишу экономическую и социальную структуру этой страны? Верхний класс держит все деньги, налоги не платит. Средний класс платит все налоги и делает всю работу. Бедные же там, в жопе, просто чтобы до усрачки напугать средний класс, заставляя его ходить на работу. И посреди этого перемешивающегося дерьма лично я немного, время от времени, которым я наслаждаюсь, я люблю осознавать, что я всегда могу вернуться к тем маленьким вещам, которые делают нас одинаковыми. Маленькие мгновения, которые мы разделяем вместе, универсальные мгновения, вещи, которые настолько не важны для нас, что мы вряд ли когда-либо их обсуждали друг с другом. Вы когда-нибудь смотрели на часы, осознавая потом, что вы не знаете, которое сейчас время? И вы смотрите снова, и все еще не знаете, который час. И вы смотрите в третий раз, и кто-то спрашивает, который час? А вы говорите, я не знаю. Чали, как иногда в среду думаете, что это четверг.
И это постоянно повторяется весь день. А затем на следующий день у вас уже все в порядке. Вы когда-нибудь находили себя стоящим в одной из комнат вашего дома? Не помню, зачем вы сюда пришли. И два слова плавают в голове. Болезнь Альцгеймера. Вы когда-нибудь разговаривали сам с собой, и кто-то входит в комнату, и вам нужно притвориться, что вы пели? И вы очень надеетесь, что другой человек действительно поверит, что есть песня с названием «Она думает, что я какой-то еблан»? Небольшие переживания, которые у вас были. Было ли у вас, что вы сидите в поезде на какой-то станции, и другой поезд стоит рядом с вами, и один из них начинает двигаться, и вы не можете понять, какой именно? А как насчет того, когда вы находитесь на маленькой лодке в ветреный день? Вы когда-нибудь выходили на маленькой лодке в ветреный день, с волнами раскачиваясь зад и вперед, пытаясь собрать равновесие? И вы возвращаетесь в бухту, сходите на пирс, и вы можете поклясться, что внутри вас что-то все еще раскачивается зад и вперед. Вы когда-нибудь пытались поднять чемодан, который вы думаете полный, а он оказался, что нет? И вы так делаете, это ум! И на какую-то долю секунды вы чувствуете себя очень сильным! А как насчет, когда вы смотрите сквозь забор с ячейками? Вы когда-нибудь замечали, если вы на правильном расстоянии от такого забора, иногда кажется, что он делает так? Что это такое? Как они это делают? Вы когда-нибудь пытались сказать кому-то, что у него на лице что-то есть? У вас никогда не получается подсказать им правильную точку, так ведь? Вы говорите, вот тут у тебя какая-то маленькая грязь. Они всегда, где здесь? Вам просто хочется треснуть урода, понимаете? Вы говорите, нет, прям вот тут, около глаза. А вы когда-нибудь замечали, как ужасно выглядит ваше лицо в зеркале уборной, где горят флуоресцентные лампы? Каждый порез, царапина, ямка, шрам, прыщ, гематома, ожог, упырь, пупырышек, гноник, бородавка и абсцесс, которые у вас были. Все вещи, которые были у вас с рождения, возвращаются одновременно. И все, о чем вы можете думать, это мне надо съебаться отсюда, до того, как они подумают, что я на самом деле так выгляжу. Это не мое лицо. Вы когда-нибудь замечали, вы прогуливаетесь со своей пассией на свидании, одному из вас нужно сменить ритм ходьбы. Мужчины и женщины не ходят одинаково. Один из них должен поменять ритм. Либо мужчине придется идти вот так, либо женщине придется идти вот так. Джой, ты как? А как насчет того, когда вы поднимаетесь по лестнице, и вы думаете, что там еще одна ступенька? И вы делаете так. И потом вам приходится как бы продолжать так, понимаете? Чтобы другие люди подумали, что вы постоянно вот так вот делаете. Я так всегда делаю. Это третья стадия сифилиса. И та же фигня случается, когда вы спускаетесь по лестнице, так ведь? Вы можете поклясться, что там была еще одна ступенька. Вот дерьмо. У меня бедра в грудь ушли. А когда вы пьете грейпфрутовый сок утром, делаете ли вы «у»? Я тоже так делаю. Нахрена мы его пьем? Это как мороженое в глотке. Вы знаете, когда очень быстро откусываете кусок мороженого, этот замерзший комок попадает на заднюю стенку глотки, вы ничего не можете с ним сделать, чтобы вернуть назад, потому что не можете дотянуться и убрать его. Вам просто приходится вроде как подождать, пока оно растает. Оно тает. И что вы делаете затем? Вы еще жрете мороженое. Мы что, блядь, тупые? Вы когда-нибудь просыпались после обеда? Извините. Вы когда-нибудь ложились после обеда и, просыпаясь в темноте, не знали, какой сейчас нахрен день? И вы думаете, может быть, это вчера? Как насчет, когда вы лежите головой на подушке? Замечали вы, что когда лежишь на подушке, если закрыть нижний глаз, подушка вот там. Затем меняешь глаз, подушка сдвинулась туда. О, ни хрена себе! Дэйв, ни хрена себе, смотри сюда!
Загадка движущейся подушки. Я думаю, это связано с загадкой ячеистой ограды. Вам когда-нибудь приспичивало чихнуть в то время, когда вы ссыте? Это пугает, не так ли? Это пугает, потому что ты не можешь этого сделать. Это физически невозможно чихнуть во время, как ссышь. Твой мозг не позволит этому случиться. Твой мозг скажет: «Хватит ссать! Мы собираемся чихнуть!» Потому что твой мозг знает, ты можешь порвать себе жопу. И с испуга покрасишь всю квартиру. Есть у нас еще кое-что общего. Перелеты на самолетах. Перелеты авиалиниями и прослушивание объявлений, пытаясь вообразить себе, что так нужно разговаривать на английском языке. Ну, мне так кажется. Вся фигня начинается, когда ты попадаешь к шлюзу. Первое объявление. Мы хотим начать процесс посадки на борт. Лишнее слово — процесс. В нем нет необходимости. Посадки достаточно. Мы хотим начать посадку. Просто рассказывается история. Люди добавляют лишние слова, когда хотят, чтобы вещи звучали важнее, чем они есть. Процесс посадки. Звучит важно. А нет? Просто группа людей заходит в самолет. Людям нравится звучать важно. Синоптик на телевидении говорит о дождевой активности. Звучит более важно, чем дожди. Я даже слышал, парень на CNN говорил о дождевых событиях. Богом клянусь, он сказал, в Лузиане ожидаются дождевые события. Я думаю, ни хрена себе, надеюсь, смогу достать билеты на это. Чрезвычайная ситуация. Новостным людям нравится говорить, полиция среагировала на чрезвычайную ситуацию. Нет, не среагировала, они среагировали на происшествие. Мы знаем, что это ситуация. Все вокруг ситуация. Охрен, как часть этого процесса посадки, они говорят, мы хотели бы начать предварительную посадку. Это еще что за хрень? Что означает предварительную? Посадка перед посадкой? Это еще одна моя жалоба. Слишком часто используется в языке приставка «пред». «Пред то», «пред это». Поместить индейку в предразогретую духовку. Это смешно. Всего два состояния, которые могут быть у духовки. Разогретая и неразогретая. Предразогретая. Это, блядь, бессмысленный термин. Это как предварительно записанное. Это программа была предварительно записанная. Ну что же такое предварительное? Когда ты еще собираешься записывать после, что ли? Это же принцип записи, делать ее предварительно. В другом случае это не очень-то работает, так ведь? Предквалификация, предпланирование, предпоказ. Знаете, что я говорю таким людям? Предсосите мои генитальные ситуации. И похоже, они понимают, о чем я говорю. В любом случае... Как часть этой предварительной посадки, они говорят, мы хотели бы предварительно посадить на борт пассажиров, путешествующих с маленькими детьми. А как насчет пассажиров, путешествующих с большими детьми? Предположим, у вас двухлетний с гипофизным расстройством. Ну, понимаете, шестифутовый младенец с огромной головой. Ребенок, которого мы могли увидеть в National Require в свое время. Вообще, такого ребенка, я думаю, вам лучше было поместить прямо с вашим багажом на привязи, правильно? Ну, нравится там внизу. Там темно, они к этому привыкли. К этому времени кто-то говорит вам последовать на самолет. Садитесь на самолет, садитесь на самолет. Я говорю, пошел ты нахуй, я сажусь в самолет. Пусть Evil Knievel садится на самолет. Я буду здесь внутри с вашими ребятами в униформе. Похоже, здесь ветра поменьше. Также они могут сказать вам, что вы на беспосадочном перелете. Но я не думаю, что меня это волнует. Нет, я настаиваю, чтобы мой перелет окончился. Предпочтительно в аэропорте. Эти внезапные, незапланированные остановки на кукурузном поле и стройки, похоже, портят ритм моего дня.
Вот что они придумали сами. Близко разошлись. Когда два самолета почти столкнулись, они говорят, что они близко разошлись. Это почти разбились. Столкновение — это близко разошлись. Бум! Смотри, они близко разошлись. Да, но не совсем. Они могут сказать, что ваш рейс был задержан по причине замены оборудования. Сломанный самолет. Они говорят мне подвинуть спинку сиденья вперед. Ну, я так не сгибаюсь. Если бы я мог подвинуть ебаную спинку сиденья вперед, я бы снимался в порнофильмах. Затем они упоминают пронос багажа. Первый раз, когда я услышал про пронос, я думал, что они собираются протащить дохлого оленя на борт. Я подумал, какого черта им нужно от него? Разве у них нет больше мини-обедов? И затем я подумал, пронос, проносить. Должно быть, будет вечеринка, людей будут проносить на самолет. Но мне пофигу. Мне нравится серьезное отношение на самолете, особенно на летной палубе, которая является последним эфемизмом для кокпита. Не могу представить, почему они хотят использовать такое милое слово, как «кокпит», а вы? Особенно со всеми этими стюардессами, входящими и выходящими все время. Вот слово, которое изменилось. Стюардесса. Сначала это была бортпроводница, затем стюардесса, теперь это сопроводитель самолета. Знаете, как ее зовут? Леди в самолете. Теперь иногда это мужик в самолете. Это хорошее равенство, я это одобряю. Порой они обращаются с людьми, как члены команды в униформе. В униформе. Как противоположность тому парню, что сидит рядом с вами, футболкой Grateful Dead. И кепке Пшол Нах, который работает над 9-й бутылкой ликера, смею добавить. Как только они закрывают двери в самолет, тогда они начинают инструктаж по безопасности. Я обожаю инструктаж по безопасности. Это моя любимая часть поездки на самолете. Я очень внимательно слушаю инструктаж, особенно ту часть, где они учат нас, как использовать ремень безопасности. Представьте себе, вот мы тут, полный самолет взрослых людей. Многие из нас частично образованы. И они действительно отнимают время, чтобы описать замысловатое устройство застежки. Поместите маленькую металлическую пластину в застежку. Но я прошу разъяснения этой части. Извините, подойдите сюда, пожалуйста. Спасибо большое. Правильно я вас расслышал? Вы сказали поместить маленькую металлическую пластину в застежку или поместить застежку вокруг маленькой металлической пластины? Я простой человек, у меня нет инженерных степеней, ровно как и наклонностей к математике. Извините, что я занял вас столько времени. Пожалуйста, продолжайте замечательный инструктаж по безопасности, ремни безопасности. Высокотехнологичная хрень. Следующее, что они делают, они говорят вам найти ближайший аварийный выход. Я делаю это незамедлительно. Я нахожу свой ближайший аварийный выход, и затем я планирую свой маршрут. Вам нужно спланировать свой маршрут. Это не всегда прямая линия, так ведь? Иногда действительно большой жирный хер сидит впереди вас. Так вот, вы понимаете, что вам никогда через него не перебраться. И я ищу вокруг женщин, детей, карликов и гномов, коллег, военных, вдов, парализованных ветеранов, людей с сломанными ногами, любого, кто выглядит так, что не может хорошо двигаться. Психические больные отлично подходят в это время. Возможно, вам придется сбиться с пути, чтобы найти тех людей, но вы выберетесь с самолета намного, черт побери, быстрее, поверьте мне. Итак, я говорю, посмотрим. Иду вокруг жирного хера, наступаю на голову вдовы, толкаю тех детей с дороги, вырубаю парализованного карлика и выбираюсь из самолета туда, где я смогу помочь остальным. Я не смогу никому помочь, если я лежу без сознания в проходе, где какой-нибудь большой хуй стоит на моей шее. Я должен выбраться из самолета, бежать в ближайшее поселение, достать доктора Пеппер и позвонить в полицию. Инструктаж продолжается.
в маловероятном случае. Это очень подозрительная фраза. Особенно исходящая от индустрии, которая готова врать насчет времени пребывания и отлета. В маловероятном случае внезапного изменения давления в салоне. Крышу срывает! Кислородная маска упадет перед вами. Поместите маску на лицо и дышите нормально. Ну, у меня с этим нет проблем. Я всегда дышу нормально, когда делаю 600 миль в час в неконтролируемом пике. Я также срусь нормально. Прямо в штаны! Они говорят, вам нужно одеть кислородную маску перед тем, как вы поможете своему ребенку с ней же. Мне это не нужно говорить. На самом деле, я, вероятно, буду слишком занят крича, чтобы помочь ему вообще. Это будет хорошее время для него, чтобы научиться надеяться на себя. Если он может запрограммировать свой ебаный видик, он может, блять, с легкостью научиться одевать кислородную маску. Довольно простая вещь, просто маленькая резинка сзади и все. Далеко не такая сложная, как, например, скажем, ремень безопасности. Инструктаж продолжается. В маловероятном случае посадки на воду. Это еще чё, блять, такое? Посадка на воду. Я ошибаюсь, или это звучит похоже как крушение в океан? Подушка вашего сидения может быть использована как плавсредство. Подушка моего сидения? Представьте себе. То, что мне нужно. Плавать в Северной Атлантике несколько дней. Цепляясь за подушку, полную пивных пердежей. Полет продолжается. Немного позднее мы слышим. Капитан включил табличку «Пристегните ремни». Ну кому нахрен есть дело до того, кто ее включил? На что это вообще влияет? Она включена, так? И кто сделал этого человека, позвольте спросить, капитаном? Неужели я проспал церемонию присяги вооруженным силам или типа того? Капитан? Он ебаный пилот, и пусть будет счастлив от этого. Если в этих примечательных объявлениях, которые он делает, хоть сколько-то следа интеллекта, ему повезло, что у него вообще есть работа. Скажите капитану, воздушный маршал Карлин говорит, иди-ка ты в хуй. Следующее предложение, которое я слышу, полно вещей, которые меня бесят. Перед тем, как покинуть воздушное судно, пожалуйста, проверьте вокруг своей области нынешнего расположения любые личные вещи, которые вы могли принести на борт. Ну, начнем с области расположения. Сиденье! Это чертово сиденье! Осмотрите вокруг своего сиденья. Любые личные вещи. Ну какие еще могут быть вещи, кроме личных? Общественные вещи? Неужели эти люди честно полагают, что я, возможно, путешествую с фонтаном, который я спер из парка? Вы могли принести на борт. Ну? Я мог принести с собой коллекцию наконечников стрел. Не принес. Поэтому я не буду тут ее искать. Я буду искать вещи, которые я принес на борт. Что, возможно, увеличит вероятность того, что я найду что-то, так ведь? Они говорят вернуть спинку сиденья и подставку в их изначальное вертикальное положение. Отлично. Кто повернет этого парня в футболке Grateful Dead и кепке пшел нахрен его изначальное вертикальное положение? В это время они говорят, что вы вскоре приземлитесь.
Звучит так, будто мы собираемся пропустить посадочную полосу. Конечный подход также не очень обещающий, да? Конечный. Нехорошее слово для использования в самолете. Иногда включается пилот и говорит, что мы будем на земле через 15 минут. Но это звучит немного неопределенно, не так ли? Ну а теперь мы прибываем. Она говорит, добро пожаловать в международный аэропорт О'Харе. Так вот, как может кто-то, кто только что сам прибыл, приветствовать меня в месте, в котором еще его даже нет? Разве это не нарушает что-то в физике? Мы на Земле всего лишь 4 секунды, она выходит как жена ебаного мэра. Где местное время? Ну, конечно же, это местное время. Что она думает, мы ожидаем? Время в пангу-пангу? Желаем вам приятного времяпрепровождения в Чикаго или в каком бы то ни было вашем конечном пункте назначения. Все пункты назначения конечные. Вот что подразумевается. Судьба, конец. Если вы еще не добрались куда следуете, значит там вас еще нет. Капитан просит... Больше дерьма от фальшивого капитана. Вы знаете, для того, кто должен пилотировать самолет, он проявляет чрезвычайно большой интерес насчет того, чем я тут позади занимаюсь. Чтобы вы оставались на местах до того, как он полностью остановит самолет. Не частично остановит. Потому что во время частичной остановки я частично встану. Пожалуйста, продолжайте следить за знаком «Не курить» до того, как попадете внутрь терминала. Это физически невозможно следить за знаком «Не курить», даже если ты только что вышел за дверь самолета. Не то, что изнутри терминала. Ты даже ебаные самолеты не можешь видеть изнутри терминала. Что приводит меня к терминалу? Еще одно неудачное слово. Для использования вкупе с путешествиями по воздухе. И они повсюду его используют в аэропорте, так? Таким образом, я не чувствую голода в месте, которое называется бар-терминальная закуска. Но если вы когда-либо там уже ели, вы знаете, что это подходящее название. Спасибо. Спасибо. Ценю это. Спасибо большое. Говоря о заведениях, где можно поесть и их названиях, в Беверли-Хиллз есть новенький ресторан специально для страдающих булимией. Называется «Глотай блюй». Но они собирались называть его «Вилка и ковшик». Слава богу, хороший вкус взял верх. Как насчет ресторана для анорексиков? Как бы его назвали? «Пустая тарелка»? «Одинокий повар»? Начинайте без меня, ребята. Видите ли, почему-то я не сочувствую анорексикам. Вы понимаете, богатая пизда не хочет есть. Да хуй с ней. Не ешь, мне насрать. Будто я должен быть серьезно озабочен. Я не хочу есть. Да иди ты нахуй. Почему бы тебе не лечь под поезд сразу после того, как не поешь? Что это вообще, черт побери, за заболевание? Я не хочу есть. Как мы дожили до такого дерьма в этой стране? Откуда мы берем наши ценности? Булимия, вот еще один победитель. Настоящая американская болезнь. Должно быть, мы единственная страна в мире, в которой могла бы появиться булимия. Должно быть, единственная страна, где одни люди копаются в мусоре ради персиковой косточки, а другие едят хорошие продукты и умышленно их сблевывают. Где в этом мораль? Я не понимаю наших ценностей.
Кстати, о американских ценностях. Разве мы уже не должны начать бомбить какую-нибудь маленькую страну, у которой есть только минимально эффективные воздушные силы? Мне кажется, мы уже на пару недель опаздываем со сбросом взрывчатки на беспомощных гражданских, которым нечего нам противопоставить. Думаю, мы уже должны быть там, делая то, что мы делаем лучше всего, насилуя, делая большие дырки в чужих странах. Ненавижу повторяться, но, боже, мы очень воинственные, знаете ли. Мы не можем устоять, чтобы не выебать кого-то. Мы не могли дождаться окончания этой холодной войны, так ведь? Просто не могли дождаться, пока она закончится, чтобы мы могли пойти поиграться с нашими игрушками в песке, с нашими песчаными игрушками. А когда мы не вторгаемся в какое-нибудь суверенное государство или не поджигаем его с воздуха, что веселее, тогда мы обычно объявляем войну чему-нибудь здесь, дома. Вы это замечали? Мы это любим. Нам нравится объявлять войну вещам здесь. Нужно объявлять этому войну. Ничего не делать с этим. Мы просто объявляем войну этому. У нас война — это единственная метафора в публичных речах для решения проблем. Это называется объявление войны. У нас война нищете, война преступности, война беспорядку, война раку, война наркотикам. Но вы когда-нибудь замечали, что нет войны бездомности? Нет никакой войны бездомности. Знаете почему? Нет денег в этой проблеме. Нет денег в этой проблеме. Никто не сможет. Это правда. Никто не сможет разбогатеть на этой проблеме. Вы можете найти решение бездомности, где корпоративные свиньи и политики могут украсть по паре миллионов долларов каждый. Вы увидите, как улицы Америки начинают чищаться довольно, черт побери, быстро. Я вам это гарантирую. Я гарантирую вам это. Так вот, у меня есть идея для бездомных. Знаете, что им нужно сделать? Дать бездомным их собственный журнал. Дать им свой журнал. От этого им станет хоть в чем-то получше. Это верный признак принадлежности этой стране. Каждая группа в этой стране, которая ее составляет и доходит до определенного уровня, имеет свой собственный журнал. У нас есть журнал работающих матерей. Журнал черных антрепретеров, испанский деловой журнал. И в действительности любая деятельность, любая активность, в которой заняты более 4 человек в этой стране, обязательно иметь ебаный журнал, посвященный этому. Прыжки с парашютом, скалолазание, катание по снегу, держание пакета, прыжки с банджи, утиная охота, стреляние кого-то в жопу дротиком, анонизм, у них, возможно, есть журнал на эту тему. Уверен, что есть. Я знаю, что у них есть журналы «Ходьба». Ходьба! Действительно есть ебучий журнал, названный «Ходьба». Смотри, Дэн, новая «Ходьба» вышла. Тут хорошая статья. Ставить одну ногу перед другой. Дайте им собственный журнал. Дайте бездомным свой журнал. Знаете, как нужно его назвать? «Лучшие ящики и коробки». После, когда они его прочтут, они смогут его использовать для утепления одежды. Это хорошо звучащее бизнес-решение. Это тот ответ, который вы слышите от консервативного американского бизнесмена. Послушайте, да, дайте им почитать его, а когда закончат читать, смогут им заделывать дыры в раме от пианино, в которой они, похоже, все живут. Хорошо звучит, практично, консервативно-американское бизнес-решение. Я скажу вам, что нужно сделать бездомными. Прежде всего, изменить название. Изменить название. Это не бездомные. Это люди без жилья. Этим людям нужно жилье. Дом — это абстрактная идея. Дом — это окружение, это состояние души. Этим людям нужно жилье, физическое, материальные структуры. Ну куда вы их поместите? Где вы их построите? Никто не хочет, чтобы вы строили дешевое жилье рядом с вашим домом. Люди не хотят этого рядом с собой. У нас кое-что из этого называется МВМЗД, не в моем заднем дворе. Люди не хотят никаких социальных приютов, расположенных рядом с ними. Вы пытаетесь открыть реабилитационный центр для наркоманов или алкоголиков. Люди говорят, не в моем заднем дворе. Люди не хотят ничего подобного рядом с ними, особенно если это может помочь кому-то еще. Часть великого американского духа щедрости, о котором нам рассказывали. Большая часть щедрости американской нации. Большая щедрость американской нации. Спросите индейцев об этом. Спросите индейца, насколько щедра эта страна, если сможете найти хоть одного. Сначала нужно найти индейца. Мы сделали так, что его трудно найти сейчас. Если вам нужны актуальные сведения, выберите случайно черную семью и спросите их, как щедра эта страна была к ним. Люди не хотят ничего рядом с ними, даже если что-то, во что они верят. Что-то, что они думают, нужно обществу. Например, тюрьмы. Все этого хотят, правильно? Все хотят тюрем. Это новый ответ на все наши проблемы. Запереть побольше уёбков. Все хотят больше тюрем. Они говорят, стройте больше тюрем. Но не здесь.
Но почему бы нет? Что плохого? В чем проблема? Что плохого иметь тюрьму по соседству? Все так кажется, это будет зона довольно свободная от преступности. Вы так не думаете? Вы думаете, множество торчков, обдолбышей сутенеров или шлюх будут тереться около ебаной тюрьмы? Херня, они даже близко к ней не подойдут. Так что с этими людьми? Все преступники заперты за стенами, даже если пара из них сбежит, вы что думаете, они будут делать? Ошиваться вокруг? Осматривая новостройки в районе. Херня, они съебутся. Вся идея побега из тюрьмы, чтобы съебаться настолько далеко, насколько сможешь. Не в моем заднем дворе. Люди не хотят ничего рядом с ними. За исключением военных баз. Они ведь не против их, так? Нет, им это нравится. Дайте им армейскую базу, это сделает их счастливыми. Почему? Работа. Работа, личный интерес. Даже если на базе хранится ядерное оружие, им все равно похуй. Они говорят, ну, я приму немного радиации, если смогу получить работу. Работающие люди были выебаны так долго в этой стране, что вот такие решения им приходится принимать. Я нашел самое то место для дешевых домов. Я решил проблему. Я знаю, где мы можем построить жилье для бездомных. Поля для гольфа. Превосходно. Поля для гольфа. Именно то, что нужно. Множество хорошей земли в хорошем соседстве. Земля, которая на данный момент используется для бессмысленной, бездумной деятельности, в которой задействованы преимущественно белые, преуспевающие мужчины-бизнесмены, которые используют игру, чтобы собираться вместе и заключать сделки, чтобы поделить эту страну намного лучше для себя. Я уже устал. Действительно, действительно устал. Я устал от этих гольферов, хуесосов в их зеленых штанах, в их желтых штанах и оранжевых штанах, в их прелестных маленьких кепочках. Их милые тележки для гольфа. Настало время забрать у богачей поля для гольфа и отдать их бездомным. Гольф — это надменная, элитарная игра. И она занимает слишком дохуя места в этой стране. Слишком дохуя места в этой стране. Это высокомерная игра. Это даже только по своей сути. Просто смысл игры говорит о ее высокомерности. Подумайте о том, насколько великое поле для гольфа. А мячик вот такой вот, блядь! Для чего этим тупоголовым придуркам вся эта земля? В Америке больше 17 тысяч полей для гольфа, каждый из них в среднем 150 акров. Это более 3 миллионов акров. Это 4820 квадратных миль. Вы можете построить два Роуд-Айленда и Делавера для бездомных на земле, которая сейчас предназначена для этой бессмысленной, бездумной, обменной, элитарной, российской. Единственные черные, которые вы найдете в этих клубах, это те, которые выносят пепельницы. И это скучная игра для скучных людей. Вы когда-нибудь смотрели гольф по телеку? Это все равно, что смотреть, как мухи ебутся. Бездумная игра, тупая. Тупая. Подумайте об интеллекте. Подумайте об интеллекте, который нужен, чтобы испытывать удовольствие от этой деятельности. Бьешь по мячу изогнутой палкой, а затем идешь за ним. А затем снова бьешь по нему. Я говорю, подними его, говнюк. Тебе повезло, что ты вообще эту хуйню нашел. Положи его в карман и пиздуй домой. Пиздуй домой. Пиздуй домой, ты победитель. Нет, этого не произойдет. Тупица в девичьих панталонах собирается ударить по нему снова и прогуляться еще. Пусть эти богатые хуйсосы играют в мини-гольф. Пусть поебутся с ветряной мельницей часа полтора или типа того. Посмотрим, умеют они хоть что-то. Теперь я знаю, есть люди, которые играют в гольф и не рассматривают себя как богачей. Нахуй их! И пусть им будет стыдно за участие в надменной элитарной трате времени. Эй, вот еще одно место, куда можно поместить дешевые дома. Кладбище! Еще одна идея, время которой пришло. Хранить всех мертвых людей в одной части города. Что за суеверная, религиозная, средневеково-юбищная идея? Вспахать этих уёбков, скопать их в ручьи реки Америки. Нам нужен этот фосфор для земледелия. Если мы занимаемся переработкой, давайте заниматься ей серьезно. Спасибо. Я ценю. Спасибо большое. Я это ценю. Я это ценю. Ух. Немножко освежиться. Я предполагаю, воду все еще можно пить в нашем городе, так ведь? Да? Ага.
Ага, я спросил только потому, чтобы вас разбудить немного. Извините. Я не хочу использовать нас, но мне, в общем-то, все равно насчет воды. Мне просто нравится слышать ответ на этот вопрос. Я знаю, я спрашиваю это везде, где бываю. Как вода? До сих пор не получил положительного ответа. Ни одного. Последний год я был в 40 штатах, более 100 городов. Ни одна аудитория не смогла сказать мне: «Да, наслаждайтесь нашей прекрасной местной водой. Она чиста и хороша». Конечно, я подозреваю, что большинство людей так больше не говорят. Но никто не доверяет их местному водоснабжению. Никто! И это меня развлекает. Мне это нравится. Это развлекает меня. Признаю, я немного извращенец. Но меня развлекает, что никто больше не доверяет воде. И самое большое, что мне в этом нравится, причина, почему мне это нравится, это означает, что система начинает рушиться. И все начинает ломаться. Мне нравится хаос и беспорядок. Не потому, что они помогают мне профессионально. Нет, это также мое хобби. Видите ли, я фанат энтропии. Когда я впервые услышал об энтропии на естествознании в школе, она меня сразу же привлекла. Когда мне рассказывали в природе, что все системы ломаются, я думал: как же это хорошо! Какая хорошая вещь! Возможно, я смогу сделать какой-то маленький вклад в этой области сам. И, конечно же, это не только в природе. В этой стране социальные структуры только начинают рушиться. Наблюдайте. Именно сейчас все начинает трещать по швам и по краям. А именно это мне в этом нравится. Что это делает новости по телевизору более интересными, делает их более захватывающими, делает ТВ-новости веселее. Я смотрю новости только ради одного. Развлечения. Это все, что я хочу от новостей. Развлечения. Знаете, мою любимую вещь в телевидении? Плохие новости. Плохие новости и бедствия. Несчастные случаи и катастрофы. Я ищу какие-то взрывы и пожары. Я хочу видеть, как говно взрывается вокруг, летают тела. Меня не волнует бюджет. Меня не интересует, как идут переговоры. Я не хочу знать, в какой стране ебаный папа. Но вы покажите мне больницу в огне, людей на костылях, прыгающих с крыши, и я счастливый парень. Я хочу видеть взрыв завода по переработке нефти. Хочу видеть взрыв фабрики красок. Хочу видеть, как торнадо несет церковь в воскресенье. Я хочу знать, что какой-то парень бегает по Кеймарту с автоматическим оружием, стреляя по клеркам. Я хочу видеть, как тысячи людей на улице убивают полицейского. Я хочу слышать о радиоактивных осадках. Я хочу знать, что фондовый рынок упал на 2000 пунктов в один день. Я хочу видеть людей под стрессом. Сирены, пламя, дым, тела, взрывающееся дерьмо. Мой тип телевидения. Заполненные могилы, рыдающие родители. Мой тип телевидения. Я просто хочу немного развлечения. Вот такой я парень. Вот такой я парень. Знаете, что люблю больше всего? Когда большие куски бетона и горящего дерева падают с неба, и люди бегают вокруг, пытаясь увернуться. Завораживающее дерьмо. Вот почему я смотрю автогонки. Это единственная причина, почему я смотрю автогонки. Я жду какие-то происшествия, чувак. Я хочу видеть машины в огне. Мне интересна кучка задротов, которые наматывают 500 миль по кругу. 500 миль по кругу не впечатляет меня. Дети могут это делать. Я хочу видеть какого-нибудь тормоза с горящими волосами, бегающего вокруг, бьющегося по голове, пытаясь потушить. Я хочу видеть, как боксы взрываются. Я хочу видеть машины, кувыркающиеся на скорости 2000 миль в час. Эй, где еще, кроме как на автогонках, я увижу столкновение 23 машин и не буду тем самым мудаком? А если пара машин слетит с трека и приземлится на трибуны и убьет 50-60 зрителей, отлично, хуй с ними. Так им и надо. Они заплатили за вход, пусть испытают неудачу, как все остальные. Просто больше веселья для меня, больше веселья для меня. Эй, в конце концов, я это признаю, я это признаю. Большинство людей не признаются, что у них такие мысли. Большинство людей, знаете, видят подобное по телевизору и говорят: ой, как это все ужасно, так же все плохо, лживые мудаки. Лживые мудаки. Вам это нравится, и вы это знаете. Взрывы — это весело. И чем ближе взрыв к твоему дому, тем он веселее. Вы это замечали? Иногда у вас включен телевизор, и вы слышите... Какой-то парень появляется и говорит: 6 тысяч людей убиты взрывом сегодня. Вы говорите: где? 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 Он говорит: в Пакистане. Вы говорите: а нахуй Пакистан. Слишком далеко, чтобы хоть сколько-то весело. Но если он говорит, это случилось в вашем городе, вы говорите: опа, охереть, пошли, Дэйв, посмотрим на тела, пойдем посмотрим на тела. Я люблю плохие новости, я люблю плохие новости. Эй, чем больше плохих новостей, тем быстрее эта система рухнет. Хорошо для меня. Хорошо для меня. Не тревожит мою жопу. Я рад, что вода отстой. Знаете, что я с ней сделаю? Выпью. До тех пор, пока она не воняет. Я знаю, если она пахнет серой, тогда, возможно, я куплю газировку. Но это должна быть газировка, загруженная химическими добавками.
Мне нравится много химических добавок в еде и питье. Видите ли, я не один из тех людей, которые волнуются по любому поводу. Эти люди вокруг вас. Страна ими переполнена сейчас. Люди целый день ходят вокруг, целый день ходят и беспокоятся обо всем. О воздухе, о воде, о почве, о пестицидах, инсектицидах, пищевых добавках, канцерогенах, о газе радоне, об асбесте. Беспокоятся об исчезающих видах. Позвольте рассказать об исчезающих видах, окей? Сохранение вымирающих видов – еще одна надменная попытка человечества контролировать природу. Это высокомерное вмешательство. Это то, что прибавило нам проблем изначально. Неужели никто это не понимает? Вмешательство в природу – более 90%, намного больше 90% всех особей, которые когда-либо жили на планете, которые когда-либо тут жили, исчезли. Они вымерли? Мы не убивали их всех. Они просто исчезли. Это то, что делает природа. В наши дни они исчезают со скоростью 25 в день, независимо от нашего поведения. Я имею в виду, независимо от того, как мы себя ведем на планете, 25 видов есть сегодня, которых не будет завтра. Пусть уйдут с достоинством. Оставьте природу в покое. Разве мы недостаточно натворили? Мы такие из себя важные, такие важные. Все собираются что-то сейчас спасать. Давайте спасем деревья, спасем пчел, спасем китов, улиток. И самое большое высокомерие всех — спасем планету. Что? Все эти ебаные люди шутят? Спасем планету? Мы до сих пор не знаем, как о себе позаботиться. Мы научились, как помогать друг другу. Мы собираемся спасти ебучую планету? Я начинаю устать от этого дерьма. Я устал от ёбаного дня Земли. Я устал от этих ёбаных проповедников и экологов. Устал от этих белых либеральных буржуев. Белые либералисты, которые думают, что единственное неправильное в планете — это то, что недостаточно велосипедных дорожек. Пытаются сделать мир чище и безопаснее для их Вольво. Меня уже тошнит. Действительно тошнит от этих рок-звезд и кинозвезд, которые собираются отработать свою кокаиновую вину, спасая где-то лес. Кроме того, ничего такого. К тому же, прежде всего, экологам насрать на планету. Им дела нет до планеты. Не в переносном смысле, им пофигу. Знаете, в чем они заинтересованы? Чистое место для жизни. Их собственное жилище. Они беспокоятся, что когда-то в будущем они могут попасть в неудобное положение. Узкий, непросвещенный личный интерес меня не впечатляет. К тому же, нет ничего такого с планетой. Планета в порядке. Это людям пиздец. Людям пиздец. В сравнении с людьми у планеты дела великолепны. Планета здесь уже 4,5 миллиарда лет, правильно? 4,5 миллиарда. А мы здесь сколько? 10 тысяч, 100 тысяч, возможно 200 тысяч, не исключено. И мы задействуем тяжелую индустрию немного более 200 лет. 200 лет против 4,5 миллиардов. И мы имеем наглость думать, что каким-то образом мы угроза, мы как-то угрожаем этому прекрасному маленькому синему шарику, который просто крутится вокруг Солнца. Планета пережила вещи намного хуже, чем и много раз. Землетрясения, вулканы, тектонические плиты, континентальный дрейф, солнечные вспышки, солнечные пятна, магнитные штормы, перемена магнитных полюсов, сотни тысяч лет бомбардировки кометами, астероидами, метеоритами, песчаные бури, всевозможные эрозии, космическая радиация, всемирный пожар, всемирный потоп, повторяющиеся ледниковые периоды. И мы думаем, что какие-то алюминиевые банки и пластиковые мешки могут навредить? Планета никуда не денется. Это мы. Мы исчезнем. Мы исчезнем. Пакуйте барахло, народ. Мы уходим. И мы не оставим много следов. Спасибо Богу за это. Может быть, немного пенопласта. Планета будет здесь, а нас уже давно не будет. Просто еще одна неудачная мутация, еще одна незавершенная биологическая ошибка, эволюционный тупик. Планета стряхнет нас, как назойливый блох, а покров обновится. Если вы хотите знать, как дела у планеты, спросите у тех людей из Помпеи, которые застыли в позах вулканической лавы. Как у планеты дела? Хотите знать, что у планеты все в порядке? Спросите у людей в Мехико или Армении, или сотни других мест, похороненных под тысячами тонн вулканов, чувствуют ли они себя реальной угрозой планете на этой неделе. Как насчет людей в Кауаи, Гавайи, которые построили свои дома рядом с активным вулканом, и потом удивляясь, откуда у них лава в гостиной? Планета будет здесь долгое время после того, как нас не станет, и она исцелит себя.
Она очистится, потому что она так делает. Это самокорректирующаяся система. Воздух и вода восстановятся, земля обновится. И скажем, если это правда, что пластик не разлагается, ну планета просто включит пластик в новую парадигму. Земля плюс пластик. Планета не разделяет наши предубеждения насчет пластика. Пластик вышел из Земли. Земля, возможно, воспринимает пластик как еще одного из своих детей. Возможно, еще только одна причина, по которой Земля разрешила нам войти из нее изначально. Она хотела получить пластик для себя. Не знала, как сделать этого. Мы были нужны. Это может быть ответом на наш многовековой философский вопрос: «Зачем мы здесь?» Пластик, засранцы! Так вот, пластик уже здесь. Наша работа окончена, теперь мы можем уходить. Я думаю, уже началось, так ведь? Если быть честным. Планета, возможно, воспринимает нас как среднюю угрозу, что-то, с чем надо разобраться. Я уверен, планета сможет защитить себя. Способом, как большой организм, как пчелиный улей или муравьиная колония накапливает защиту. Я уверен, планета придумает что-то, что бы вы сделали, если бы вы были планетой, и попытается защититься от этих надоедливых проблемных особей. Посмотрим, что может быть. Вирусы могут быть неплохие. Похоже, они уязвимы к вирусам. И вирусы хитрые, постоянно мутируют и порождают новые штаммы. И всякий раз, когда разработаны вакцины, возможно, первый вирус должен быть таким, который поразит иммунную систему этих созданий. Возможно, человеческие вирусы иммунодефицита сделают их уязвимыми для всех видов других заболеваний и инфекций, которые могут присоединиться. И, возможно, это будет передаваться половым путем, что будет затруднять их участие в процессе воспроизводства. Но это поэтичная нотка. И это начало. И я могу помечтать, не так ли? Я не волнуюсь о малом. Пчелы, деревья, киты, улитки. Я думаю, мы часть великого замысла, который мы когда-либо знали. Высший порядок. Называйте это как хотите. Знаете, как я это называю? Большой электрон. Большой электрон. Он не наказывает, он не вознаграждает, он даже не судит. Он просто есть. И мы тоже. Ненадолго. Спасибо, что были тут со мной недолго сегодня.